Ну что же, ребята, всем привет, с вами канал «Смеси играем», мы снова на связи, это вторая часть Call of C, или Call of C, как мне пишут, говорят, типа твой английский херня. Окей, сказал я, и решил записать вторую часть. Ой, бля, я тут поигрался немного с настройками, вроде должно быть все попроще. Я не знаю, как будет на видосе, просто в игре все прекрасно, все идеально. Сейчас. Ну, вроде таких сильных лагов нету. Так, и что у нас было в первой части? Мы, конечно же, сделали кружочек. Мы обошли какую-то часть острова. И сейчас пойдем дальше. Подпишись на канал, ребят, поставь лайки. И от этого будет зависеть, записываем ли мы в третью часть уже или нет. Давай, я блюдю за вами. Так, на самом деле что я здесь узнал? Большую часть выпуска, чтобы не записывать какую-то ерунду, я просто протопал еще раз этот же круг, посмотрел, потому что, может быть, я тогда отвлекался часто на второй монитор, смотрел, что там да как, может быть, лагает или не лагает, но вроде стало получше, в отличие от первой части. Я сейчас не буду вставлять сюда кусок из первой части. Так вот, что я с моей мадам здесь пропустил? Вот эта вот штука. Да-да-да, автоматы какие-то казино напоминают, окей. Нажимаешь на кнопку, и я так понимаю, он должен опуститься. Вот. И вспомнив, что у нее есть дневник, есть какие-то символы. Очень похожие на те, что здесь. Это, короче, очень было бы очень долго, очень муторно, и я не стал бы записывать такое, где нету юмора, и где просто я ходил бы так либо молча, либо просто матерясь какая-то херня. Ну, и нам нужно подобрать. Короче, смотрим, что здесь такое. Солнце, горы, вода, откуда она это все знает, птицы, рыбы. Да, здесь вот. Что-то не хватало. Вот этого не было. Вот так вот. Ладно, методом подбора. A few moments later. Ну давай, ну хорош, ну что тут еще может быть? Стоп, а это что у нас? Что это у нас такое? Вот я вот логически решил подумать, когда я не сразу же сообразил. Это что мы там делали? Это получается у нас солнце, птица, гора, вода, рыба. Ну, может быть, логично. И хорошо, что она сейчас все записывает. Так, осторожно. Идем потихонечку, хорошо. Точно, красные растения, они всегда могут быть ядовитыми. Вообще, я так понял, в этой игре нужно в каждую норку, в каждую вообще жопу залазить. Просто увидел, так вот жопу с кустов тут. Залезем. Так, ну что. Может быть, здесь что-то опять сейчас потеряю. Что это такое у нас? Опа. Походу, глюны. Кто-то лазит, да, там? По-любому, сколько раз я здесь бегал, тупил. Крючки опять. Сейчас чувствую, с этой болезнью на крючки-то нас и посадят. Так, ну что, топаем. Сознание потеряло? Что происходит-то вообще? Сколько же я ходила? Я потерял счет времени. Ну логично. Ну на самом деле, я уже не знаю, чего ожидать. Ого, что это за места? Ну деревня. Тебе прям тут скажут, да, что это такое? То есть прям ларек, пивнуха. И надо посмотреть, в этой покинутой деревне команда Гарри останавливалась или нет. Ну, а если он сейчас распятый визит, что, это конец игры будет или нет? Солнце садится. Тики. В прямых приключениях. Какие там романы смотришь про тики? У меня сейчас с тобой будет вообще нервные тики. Так. Шуточка такая, ребят, шуточка.
Швейцария разбились лагерь. Здесь. Блин, догадливо. А ну-ка, что это такое? Ну, они, смотрю, тоже такие, да, любознатели. Коробок берут, блядь, больше, чем корабль. Ну что, ладно, хорошо. Я пока не пойму. Я, может быть, опять что-нибудь пропущу здесь. Тики второй? Блядь, тики что-то охраняют. Возможно, все, пизделей еще даст тебе. А-а-а, может быть, типа, я вспомнил предыдущую. Возможно, типа, ну хуй знает, почему здесь так мост должен открыться. Типа, солнце светит на самом верху, ниже солнца летают птицы над горами, потом идут горы, потом вода и под водой рыбы. Хер знает, почему такая логика, почему вообще такой пароль от моста. Так. За татуировками я не могу сердиться, он испуган. А, понять, сердится он или нет? Колодец, какой колодец? Проводник хочет привязаться к развальну. Так он боится этого колодца. Да и хуй с ним, ну все, ладно, не хочет колодец, не хочет. Это что? Он дал по монету каждому из нас, только Гарри сохранил свой. А и что остальные-то? Пошли по документам. Так, ну так понимаю, опять какие-то штуки, да? Так, Гарри. Похоже, некоторые члены экипажа слишком хорошо ладили друг с другом. Он предупреждает нас об этих развалинах. Говорит, что здесь проводится какой-то запретный ритуал. Нахуй тогда лезли туда, пацаны? Нахера вы лезете, если там какие-то запретные ритуалы? Ну не надо вам там свать нос. Да, я спешу. Ты уже бывал в этом острове раньше? Да, несколько лет назад. Я ловил рыбу и совершал большую охоту. Отклонился от привычного маршрута и отправился, как мне показалось, к более рыбному месту. Буквально через час мое ва... Или ва... Мое каноэ перевернулось. И на память ошибка осталась... украшение. От чего тут шрам? А от кого? Мне удалось его... Ну, короче, я понял, кто-то на него напал? А, они видели таких существ, вот. Таких существ не видели, скорее всего, просто горячка. А, что называется? Да, что с белым песком? То сам усылись. Ага. Блять, не успеваю. А, через три дня на острове появился мужчина, забрал меня и, не говоря ни слова, довез до порта... Папан-Эте. Какие тут вообще сложные названия у них бывают. Шло время, я пообещал себе, что продолжу жить своей жизнью, всегда забуду проклятый остров. Стоп, подожди, кто? А кто это такой? Почему ты согласился вернуться сюда? Мне нужно узнать, что произошло со мной в тот раз. Узнать правду, понимаете? Не понимаю. А тот понимает. Абсолютно. Как говорил один известный мужчина-бодибилдер. Абсолютно. И чё? И чё теперь? Пока не проебались, мы сразу идём к этой штуке. Потому что я её где? Видел на фотографиях. Здесь что-то не хватает, естественно. Головы твоей. Я, кстати, не знаю, мы в итоге найдём этого Карла, Гарри, кто там он вообще? Ещё больше бумажек. Ага, две недели, да, дело. Короче, я понял. Это мы чуть позже разберем, чтобы, ну, не показывать, не все это, ну, это все, как, зачем? Где нужен древний люк? Сука, вы что-то взорвали. Вам, пацаны, хотели показать, где рыбные места, вы, блядь, что-то взорвали, да? Хуя. Я не знаю, чего ждать в этом острове, но надеюсь, что у вас есть оружие. Сука, оружие, я тебе нож говорил, мачете говорил. Тупишь, все, значит не факт, что тебя. Хорошо, расческа. Идем. Нет? Жаль. Может, он тут вешается это. Там бабёха какая-то была, ты чё, угораешь ли, ну? Какая-то девушка была, он с собой тоже накупил. Стоять. С бабой на острове, ну мы уже спалили в первой части, что ты рассказываешь-то?
Здесь что? Ружье. Ну, логично, что прибываешь на остров, на чужой, нужно с оружием. Только тебе одной, блядь, непонятно. Очень аккуратно. А, это кто? Вот она, сучка. Просто красавица, может быть, в этом отеле. Что, нет комментариев уже? Ну, мы поняли. Видишь, с кем она? Вот она. Я бы фоточку забрал. А, сердцеедом был. Паспорт. О. Костас Аспонсо. Соединенных Штатах Америки. Что ты паспорт не забрал, блядь? Вот, ну что ты? Хоть как-то могла бы уехать с какими-то вещдоками. И тут у нас как бы идет непонятно что, да? Мы идем сюда. Мы идем сюда. Тут у нас ни хри. Что такое? Ну, я какая-то малыша. Тут, значит, мужик. Может, мужина? Мужчина. Мужчинка. Выкинем, ладно. Амулет врезанный мерзким крестом. О, забираю, 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 забираю. Вот он похож, вот он похож. Вот он хороший, хороший. Гамак находится так далеко от остального лагеря. Ну, походу, твой муж здесь жил. Одной прекрасной женщиной. Вот они плывем. А то здесь на этом останется. Будет всего лишь два выпуска, и ты на этом уже отъедешь. Я, по-моему, краем глаза сейчас заметил, что все равно подлагивает. Во. Опа. Опа. Сейчас даже в игре было что-то такое. Непонятно. Мне интересует, почему так много деревень, и тебе до сих пор не дали пизделей. Хижину нашла, блядь. Второй раз тоже хижину нашла, что ты удивляешься? Почему людей нет? Я вот это вот удивлен. Даже, ну, типа, вот вообще. Вот так вот, если смотреть. Я видел, как Гарри сохраняет даже ресторанные чеки, потому что в бухгалтерии он... Блядь, ну... Переворачивать можно? Нет, их нельзя переворачивать. Ненавижу вот эту фигню. Так. Херакс. О! О, все, я тут сейчас. Все, я сейчас найду все. Все, я сейчас. Я сейчас минут 40 потрачу, но я найду эту фигню. Бля. Походу не найду, да? Что-то не то, что-то не то. Такс. Опаньки. Похоже. Да, блядь, ну что-то не... Положи нормально. Нормально положи, все. Опа. Кто? Где-то здесь, это где-то здесь. Нет. 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 Твою мать, а Гарри не мог как-то нормально, блядь, сложить это все хотя бы в каком-то порядке? Или что, у вас Гарри какой-то этот? Странный? Вот. Нет. 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 Сказал, найду. Я же найду. Я же найду. А все вообще надо, да, собирать? Твою мать, ты что там... Бросаешь так дерзко. Ну вот это нахера нужно? Это я не знаю. Вот это уже лишнее. Отлично, отлично. Все, все. Пазлики, это легко. Было бы, если бы я играл не тут. Так, 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 так. Нет. Вот это тоже похоже. Вот это похоже. Вот это сюда. Все. Почти достроил пазл спустя часа три, наверное, да? Ты какие, Аня? Да вы какие? Получилось! А! Я ж сам горжусь. Что бы ты без меня делала? Вот я увидел чего-то другого. Ага. Разноски существа. Каждый тики, порядок символов важен. Что это? Опа. Опа. А вот так? Нет, все то же самое.
Дракон, черепаха, рыба и... Слон в очках. Не знаю, что это еще может быть. Либо жук какой-то. Колонии кажутся подвижными. Твою мать, их сколько здесь? Стой, стой. Ну, блядь, ну давай. Один, два, три, четыре. Съебись. А я знаю, какие здесь рисуночки должны быть. Черепаха. Сука, ну-ка. Черепаха, рыба. Какая-то... Блядь, бабочка, допустим. А, ну да, и... Я привык играть. Погнали. Нет, черепахи, сука, почему-то. И тут я, конечно, ел. Тут я, конечно, ел. Почему? Не все совпадает. Пойдет? Не пойдет? Король. Как я должен узнать, что-то пошло или не пошло? Так, Гарри, ты что-то там, блядь? А, это лифт! Ёптать, все ясно. А как лифт делается? Письмо с письмом. Нам сейчас не до письма. Молодец, кирпич, блядь. Так, карта. Ну, учитывая, какой Гарри был художник, так уж и просто. Гарри, блядь, у нас какая-то семья, сука, художников недоделанных. Горд как школьник. Черная жижа. Нефть? А, за нефть поехали. Ах вы пидорасы. Поехали индейцев на нефть разводить, да? Ясно, ясно, ясно. Ясно, ясно, ясно. Письмо, ну-ка. Опа. Сердечная подруга. Я знаю, что вы когда-нибудь прочтете это письмо, но я привык писать вам. И это утешает меня. Ладно, так не успею. Это остров полон тайн, да? А тут много секретов, но я говорю не только о механизмах и приспособлениях Нора. Вы, блядь, вы жена с мужем или что это такое? Осмелюсь сказать, что на острове есть нечто, затуманивающее рассудок, иначе у меня нет объяснений действий Роя. Но Рой, он... Этот человек был самоуверен, импульсивен и немного заносчив. Он был... Так, не был дураком. Так, мы не были с друзьями. Но не сложилось моя судьба, так он... Что случилось-то? Возможно, мы немного продвинулись в поисках ответа на нашу болезнь. Но какой ценой? Какой? Скучился он, блядь. Какой ценой, сука? Кого-то грохнули, блядь. Кого-то, сука, что-то подожгли, блядь, грохнули. Теперь вас пиздить хотят. Здесь не хватает. Вы заебали, что вас постоянно где-то что-то не хватает. Раскидали, блядь, по всему острову. И теперь... Деваха ездит, вот, блядь, бутылка светится. Ну, пиздец, как это, блядь. Сука, шифратор, блядь, Гарри. Давай. Что это? Откуда-то странное устройство, Гарри. Вот они, блядь, вот они линзы. Возьми их, посмотри куда-нибудь, я не знаю. Ладно, не бери, не бери, не бери. Что? Что, блядь, это такое? Линза, 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 линза другое. Нужна линза. Эва.
Ну что, давай, да, я понял, уже куда переть надо. Поехали. Теперь нихуя не понял. И чё? Пока все охуительно смотрится. Как я не догадал? Бумажечка, ну-ка. Я нихуя не понял. Но мы будем бороться с этим. Обязательно. Твою мать. Твою мать. Здесь можно было разные точки ставить. Так, ребята, знаете, в чем прикол? Так, почему сейчас, во-первых, резко все переметнулось? Во-вторых, я решил сделать паузу небольшую, попить чаек, налить себе чаек. И вспомнил, что мы не ходили, кстати, в эту сторону, поэтому как раз-таки вся и проблема. Черт возьми, кто-то из участников экспедиции умер. Нихуя себе. А как все, они пришли, кто-то уже умер. А как ты решил так? Эти статуэтки по-любому для чего-то нужны. Я даже понял для чего, я сейчас вам объясню. Я быстренько... Так, я захожу весь динамит. А, все-таки там вот до этого была какая-то карта с динамитом. Все-таки бахнули, да? Все-таки кто-то... А, смертник подорвался, да, какой-то? То есть написано. Рой Фрэнк. Думаю, мы закончим игру в лучшем из миров. Какой с миром, старина? Что за палочка? Все надо запоминать. Надеюсь, она все это срисует. Она вообще любит, я так понимаю, она любит рисовать вообще, все зарисовывать. И в этом хотя бы ее плюс, чтобы она не все забывает. Так, ну я понял. А почему, интересно, у них лагерь был... Здесь тип, походу, отвечал за динамит. И, видимо, неудачно отвечал за динамит. О, кстати. Кстати. Ну, давай. А, срисовал. Короче. Как до этого у нас были там птички, что-то там, горки, вот эта штука. Мы открывали мост, как помните, да? В этот раз у нас какая-то там штука на горе. Где стоят вот эти столбики. Я так понимаю, что вот они всякие хрени. Здесь почему-то отломано. Не знаю, вторую часть где-то нужно искать, не нужно. Но я думаю, это так понятно, что это вот оно. Вот это вот. Вот оно. И так как они не просто так сделаны вот так вот в ряд, то значит получается первое. Ну да, они так получается идут. Черепаха. Что-то там очкастая. Ну, походу осьминог, паук, не знаю. Рыбка. И вот эта вот херня. Летающая. В общем, походу, надо вот посмотреть. Корона, да, вот глаза, рот от каждого из этих. Поэтому мы сейчас двинем. Да, это... Везде бухлишка, да, походу? И мы сейчас туда как двинем, как сейчас мужа найдем. Но мне кажется, навряд ли. Хотя вдруг-то на самом деле Гарри похоронен, а мы так вот жестко. Сказали, написали, что Рон, а фактически что? Может, друзья знали, что она какая-то такая с... Ну, с болезнью. И написали, что Рон, мало ли, типа, она приедет, или такие, типа, все, там Рон, отмели следы. Вот, но на самом деле как-то слишком много хижин, всего остального, как-то не верится, что они прям все это сами построили. Чувствую, там еще какие-то будут следы, по-любому их нет. Так, что у нас тут? Корона. Так, давайте. Так, тяжело говорить про корону, конечно. Когда не так давно она была. Так, отлично. А как он идет? Ага, рыба. Рыба, глаза с таким треугольным носом. Отлично, все просто. Дальше, что у нас идет? Вот эта вот штука, я не знаю, что это такое. Это с языком, типа. Отлично, оно есть. И осьминог, это...
Такой важный чувак, я так понял. Так, важный чувак. Что-то надо нажать? Опа. Опа. Не понял. А вот сейчас не понял. Ну как там? Как присаживаться? А, это не как присаживаться. Это же не контража вам. Так, окей. Окей, что это такое? Ой, мать моя. Это что за Хэллоуин? Так. Что это за камень? Никогда не видел такого материала. На самом деле, я тоже не видел. На смолу похоже, да? Спиздим. Мы любим все воровать. Так, это что такое? Очень старая фотография, становится очень множественным украшением, но они здесь похожи на полидийские. Ага. Что-то магнитик, что ли, мы привезли? Прикольно, спиздим. А почему не собрали? А почему не забрали? Почему не забрали? Я не понял. Это что такое? Это сова? Впечатляющая работа. Что это, узор из рыб? Какой? Где ты это увидел? Как по мне, это сова. А это что такое? Старт святилища полинезийского вождя. Ну... Ну, кстати, возможно, да. Травками балуются. Так, ничего больше, это ничего нельзя спереть, посмотреть. Так. Откуда ты взяла? Надеюсь, вроде ничего нету, да, я вроде все посмотрел. Так, давай, вылезай оттуда. Вдруг сейчас вождь появится. Не солидно в его комнате быть. Бля, серьезно, ты оттуда вытащил вот этот вот... Что у тебя за ручки такие? Я точно не могу сказать, кстати, для чего были вот эти вот точки, которые вот там вот миссия. Может быть, она какая-то дополнительная, вспомогающая. А, может быть, где-то... Дальше. Я точно помню, там в начале тут что-то нужно положить. Я так понимаю, вот этот кирпич как раз-таки и нужен. Вот кирпич. Не знаю, что это такое. Она сама не знает, что за камень. Ну, хотя с ее памятью это неудивительно. Вот. Не так, в принципе, далеко идти. Но, в принципе, игра, ребят, интересненькая. Огромная комплита. Понятно. Ставим. Как такое может быть? Какая простите, технология, ё-моё. Ну, в натуре, да, что-то. Тут как-то... Блять, а я что, должен был там встать? О, нихера. О, боже мой. О, ну конечно, о, боже мой. О, боже мой. Что у нас тут? Боже мой, что здесь происходило? Они еще и сюда дошли? Так. Вот опять, в самую жопу лезть надо везде, да? Что, здесь кто-то будет? Доктора. Есть ощущение, что это Веном. Ну, либо, если это не Веном. Ля какие. А-а-а, твои руки, да? Не, подожди, нихуя себе. Вот такая у тебя рука была, типа, до этого. Потом такая. Ага, так, стоп. Пытаемся. Но это нефть, походу, они нефть открыли. Очень странно. Так, пятна на коже. Чувствую. Голоса слышно, значит. Тетрадочки писал. Так. Ну, я думаю, короче, сейчас мы здесь быстренько все посмотрим. Возможно, мы найдем какие-то... Не знаю. Что-то где-то. Я потом еще раз... В общем, я как обычно делал. Я вот до этого сейчас, когда была пауза небольшая... Я быстренько сбегал, повторно посмотрел, думал, блин, да вроде все нормально. Случайно нажал на таб, тут дневник, и такой, ух ты, а вот, кстати, проявляется. И я такой, ну ни хрена себе, а оказывается, что-то я не пользуюсь этим. Что это такое, установка? Нажмем. Лучше не трогать его, не будем трогать его. Матерь божья. А, там где-то было, что они взорвали, да, все это? А они все-таки взорвали. Вот делать нехуй было, да, ребята? А ну они взорвали, я понял. Так, в этой палатке были? Да ебте, что-то такая кривая. Вот этот, что это такое у нас? Вот листок. Стоп, стоп, прекратить. Прекрати играть, прекрати, хватит. Мне очень нравится.
Что за баю-баюшки-баю? Что за пиздец? Ты какой-то умственный отсталый писал, или что это? В чем проблема-то была? Так, ну судя по тому, что у нас ни хрена не появилось в... Где-то там. В... Нигде, в дневнике, в книге. То, я думаю, пока что на этом нужно будет прекращать. Я думаю, где-то около часа уже видос вышел, поэтому... Ну, объемом. Поэтому, ребята, третья часть, все зависит от вас. И я думаю, третья часть будет не меньше, она примерно тоже будет часовая. Так что, ребят, подписывайтесь на канал, я думаю, вам будет, было весело, было интересно. И всем хорошего настроения. Всем пока. А на этом у нас все. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки, а также пишите свое мнение в комментариях. Наш канал только набирает обороты, и мы поставили перед собой цель набрать первую 1000 подписчиков. До новых встреч!